Летний-осенний охотсезон откроют 17 августа. А это значит, что совсем скоро тысячи охотников захотят получить разрешение на отстрел дичи. Выдача уже началась. Можно получить разрешение на водоплавающую дичь, зайцев, лисиц, енотовидных собак, бобров. Словом, на всех, кроме лимитируемых видов. Традиционно наши охотники приходят за получением разрешения в последние 2 недели. То есть мы ожидаем этот наплыв. Традиционно мы к нему готовы. Впрочем, с этого года за разрешением в службу ходить совсем не обязательно. Сделать это можно по почте, обыкновенной или электронной. Подробности на официальном сайте службы. Там же размещены образцы заявлений и образцы бланков госпошлин. Человек, обращаясь по почте, может к нам направить заявление. Оно будет рассмотрено. С ним обязательно свяжутся. Наш товарищ, который эту госуслугу оказывает непосредственно, выяснит по телефону, удобно ему получить лично в руки, либо ему направить по почте. Однако в службе опасаются, что охотники – народ консервативный. Многие по старинке придут в службу сами и отстоят очередь. Электронную почту они пока не освоили. Хотя выход есть всегда. Например, Юревецкая городская мэрия пошла охотникам навстречу и выделила специальное рабочее место с компьютером. Там им помогут воспользоваться электронной почтой. Мария Авдеева, Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.